Это озеро Радоновое. Здесь выходит газ радон. Но радиации нет. Говорят, что он радиоактивный. Радиации нет. И довольно маленькая. Алла! Ты же тут? Давай, значит. Положи там. Люди приходят сюда. С разных куточков Украины. Говорят, что при немцах, во время Второй мировой войны, немцы хотели брать из этих карьеров брошенных гальку. Они начали динамитом взрывать, и пошла вода. Они проверили на состав и выяснили, что в этом озере радон. А рядышком здесь 20 метров серебряное озеро. И потом возили, здесь рядом проходит железная дорога, возили эту воду в госпиталь, даже в Германию, и лечили раненых. Ну, такое говорят. Экология испортилась. Здесь вот рядом люди живут, палатки. Не очень хорошо такое место, бойкое. Наверное, заранее с самой весны занимают. Вот. Такое оно маленькое. Сейчас сравнительно мало людей, бывает больше. Сейчас суббота.